Да, отлично. Конечно, всегда рад вернуться в Белгород и играть в родном мне клубе. Буду только счастлив. И, конечно, со всеми, кто сейчас в руководстве клуба, я лично знаком. Долгое время играли и со всеми отличные отношения. И только рад буду выступать в этом клубе под их началом. Я не то, что долго не раздумывал, сразу согласился, но, конечно, мне всегда приятно получать предложения из Белгорода, и меня другие варианты не интересовали. На данный момент, мне кажется, это лучшая арена у нас в России и в чемпионате, где мы играем в волейбол. Прям было очень приятно, когда мы приехали. Честно говоря, ждал, что мы в прошлом году еще поиграем, начнем играть, но нет. Начали в этом. Топи за Белогорье.